пожалуйста, откуда вы знаете, что я остановилась в этом отеле? Вот мой ребенок. Вот этот человек, я не знаю, кто такой. Алма, скажите, пожалуйста, вы живете выйду из этой Италии. Гостиницы? Скажите, пожалуйста. Откуда вы знаете, что я выйду соцсети, из этой гостиницы? Алма, скажите. Вы следите за мной? У нас вы есть инсайд. За мной? Нет, откуда я не сижу, знаете, я хочу что вас. В это метро? Так вы сказали, мы за вами идем, мы сейчас, мы вас встретили на улице и спускаемся с вами. Алма, пожалуйста, дайте нам ответ на несколько вопросов. Откуда вы знаете, что я здесь живу? Мне один вы мне вопрос. Можете сказать? Ответьте, пожалуйста. Соцсети, я вам говорю. Ответьте, пожалуйста. Соцсети, это очень хорошо. Вот мои дети. Вот вы. Да, откуда да, вы я вам знаете? Говорю, почему это вы следите за мной это и за моими детьми? Это все социальные сети. Почему? Алма, вы как не отвечаете на Facebook. В социальных сетях пишут, где вы я нахожусь. Отвечаете, вы не отвечаете на мой Facebook. Скажите, пожалуйста, вы живете в Риме. Вы сказали, у вас что очень огромная вилла. Откуда вы знаете, куда я поеду? Я в социальных сетях уже... Ну как, не вы, но есть другие люди. Как 3 месяца не пишу. Нет, пишите. Откуда вы знаете, пишите, куда пишите, я слежу активно за вашей страницей. Скажите, пожалуйста, я слежу, я что читаю там? Все. Я Алма, писала, куда скажите, я еду. Скажите, пожалуйста, можно... Я писала, куда я еду. Алма, я журналист. Вас кто прислал? Скажите, пожалуйста, вы можете отвечать вас на мои вопросы. Прислал. Вас я Порошенко из Украины. Прислал. Скажите, из пожалуйста, Украины. А кто вас прислал? Откуда вы редакция знаете, у меня здесь живу? У меня есть редакционные задания. У меня есть редакционные задания. Мне прислала просто, редакция. Вы знаете, я сейчас на ребенок. Я понимаю. Побежала. Скажите, у меня пожалуйста. Времени нету. Но я хочу знать, откуда вы. Вот я хочу знать. Нет, мне интересно. Обожди. Вопрос касательно меня. Откуда скажите, вы знаете, что я здесь ну, нахожусь? Я вам говорю, откуда. Я нахожусь приехала. В Милане. Откуда да. вы знаете, скажите, что я нахожусь в Милане? А что вы здесь делаете в Милане? Скажите, вы приехали пожалуйста, на отдых сюда. Скажите, пожалуйста, вам какое дело, чем я здесь занимаюсь? Я здесь с двумя детьми нахожусь. Да. Вы знаете, скажите, что я здесь живу? История откуда? Откуда вы знаете, что я здесь нахожусь? Или нет? Откуда вы знаете, что я здесь нахожусь? Откуда вы молодой человек? Человек? Вы будете комментировать? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Алма. Откуда вы знаете, что я здесь нахожусь, что я здесь скажите, буду? Скажите, пожалуйста, Алма. Мне очень важно знать. Но вы не отвечаете на мои вопросы. Вы не отвечаете я на мои вопросы. Знать. Скажите, пожалуйста, я а чем вы сейчас знать. Занимаетесь? Это вы где-то работаете или нет? Нормальный вопрос, касающийся безопасности меня, моей семьи. Но я вам не предоставляю безопасность, Алма. Я хочу знать. Я официально, я вам писала, я показываю свои паспорты. Откуда вы узнали? Кто вам дал мой адрес? Откуда? Вот я вышла из гостиницы, и вы ко мне подошли. Я не могу. Откуда вы знаете, что я здесь живу, в этой гостинице? Вы что, следите за мной? Я не слежу. Вы что, следите за... Вы можете, пожалуйста, обойдите. Сказать, нет, а Алма, вы, можете мне отвечать на вопросы, мне, или нет? Вы посмотрите, поднимите социальные сети, у меня нет в Инстаграме, но я есть в Фейсбуке, но я в да, Фейсбуке уже 3 месяца не пишу. Вы прекрасно есть. Знаете, вы откуда знаете, что я здесь живу? Ответьте мне, пожалуйста. Я приехала с редакционным заданием. Кто мы сейчас вам, находимся. Ага, кто вам дал это задание? Редактор, обращайтесь. Какой редактор обращайтесь вам в редакцию, как, вам хорошо. Все скажут. Какой редактор? Вам имя, фамилия. Вы, пожалуйста, имя, фамилия. Обращайтесь имя, в редакцию. Кто вам дал, нет, Алма, вы обождите. Обращайтесь в редакцию, обождите. И вам все скажут. Хорошо, какая скажите, редакция? Пожалуйста. Какая редакция? Информационное агентство «Стоп коррупция». Я вам представляюсь. Я вам писала в Фейсбуке. Вот, ага, смотрите. Я ничего не скрываю, мне нечего скрывать. Хорошо. Поймите. А, вот вы откуда нет, узнали? Нет, Алма, нет, мне надо. Вы? Нет, ответьте, пожалуйста, на мои вопросы, потому ответьте. Что журналист я. Мне нечего скрывать, вы знаете. Да, ну тогда скажите, пожалуйста. Наша жизнь ваша открытая. Чем вы ну, живете? Вот чем вы почему? Живете? Почему? Так скажите, пожалуйста, я прошу. Почему? Я хочу я знать, не, я откуда не прошу, вы узнали. Я не прошу вас откуда ответы вас на приватные. Алма, я не прошу у вас задание? Ответы на приватную жизнь. Я прошу на публичную. Расскажите, пожалуйста, чем сейчас занимается ваша семья? Чем сейчас занимается ваша семья? Какая вам разница, с чем мы занимаемся? Публично. Какая вы, кому разница? Мы здесь, я здесь нахожусь с детьми. Вам какая разница? Вы зачем следите за мной и моими детьми? Мы хотели задать зачем? Несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, а история с Мухтаром Абляжевым и Людмилой вот Козловской? Редакцию. Набирайте, скажите пожалуйста. Мне. Набирайте, ага, вам все скажут. Вы сказали, что вам дали информационное задание. Кто вам дал задание? Информационное скажите? Агентство «Стоп коррупция» и ТВ. Хорошо. Вы туда наберете, скажите, это в Украине издание. А кто вам дал вы тогда это наберете задание? Туда, а и вам скажут. Вот вы, а ваш Андюка.